Ну и теперь я вам приведу пример, каким образом, в принципе, посредством чего можно также обозначить свой статус вожака. Вот три собаки имеется у нас в виду, да? Вот у нас еда. То есть, кто владеет едой, тот для собак является как бы царем и богом. И, значит, делаем таким образом. Ставим тарелку с едой, дожидаемся прямого взгляда в глаза. Ну и, соответственно, после чего разрешаем. Естественно, выстраиваем по иерархии. Акбар здесь вожак стаи. Лорна является как бы альфа-сукой, ну и, соответственно, Рик является самым младшим. Соответственно, вот по этому перечислению именно буду раздавать тарелки с едой. Сейчас я их расставляю. Соответственно, Акбару самая большая. Ну-ка, сядь. Сидеть. Лори поменьше. Ну и Рику я оставлю вообще за собой, для того, чтобы, так сказать, предотвратить движение собаки, чтобы я стоял на пути. Но у нас еще не умеет он кушать правильно, как уже умеют кушать остальные члены стаи. Поэтому я ему буду являться как бы преградой. То есть тарелку я ставлю за собой. То есть я стою между тарелкой, соответственно, и едой. И пока я не разрешу. Так, Акбар. Акбар. Ешь. Лора. Ешь. Рик. Ешь. И собачки кушают. Ну, молодой является глупым, поэтому здесь вот, если у вас несколько собак, вы не отходите, потому что если он по своей дурости полезет к миску какой-то другой собаки, просто там может быть бросок. Для того, чтобы предотвратить этот бросок, нужно контролировать этот процесс. Ну вот, Лора у нас покушала, видите, молодой побежал проверить сразу. Что там да как? Все, Акбар съел. Ел. Сейчас он, Акбар, отойдет от тарелки. Я думаю, что он и к нему еще полезет. Все, Акбар отошел от тарелки. Давайте посмотрим. Вот она, видите. А вдруг что-нибудь оставил? Вдруг ему что-то можно. Ну, то есть здесь посредством еды я раздаю еду, соответственно, я владелец еды. Ну и, конечно же, вожаком в этой стае являюсь я. То есть, ну, вот примерно такими способами, о которых я уже говорил неоднократно, многократно, нужно потихонечку завоевывать свое место вожака в этой конкретной стае. Ну, вы в своей, соответственно. Всего хорошего.